Однажды они начали приходить ко мне. Выходить из стен, раздвигающихся неровными проломами, светящимися слабым голубым светом. Заглядывать в глаза из глубин провалов и люков, шумно дышать из узких темных щелей везде, где они были, скрестись, плакать, звать, проситься впустить. Они были из разных миров и временных отрезков разных рас внешнего вида. Во снах они протягивали ко мне свои руки и щупальца, смотрели печальными глазами и звали, звали. Вначале я умудрялся скрывать ото всех, что со мной что-то не так, что я вижу и слышу что-то, но потом, много позже, я начал сдавать позиции. Они не давали мне спать, работать, общаться с друзьями, отдыхать, вообще ничего. Первый раз это было на работе, когда я разговаривал с заказчиком. Рука одного из них потянулась ко мне из-под стола, неожиданно, резко. Я отдернулся от нее и вскрикнул. Заказчик посмотрел на меня косо, но тогда я отговорился прострелом в колене, старая травма. А дальше было хуже. День за днем они выставляли меня придурком, истериком, психом. Но я знал, что они реальны, а врачи так не считают. В дурку забрали меня после того, как кто-то из зовущих поцарапал меня. Посчитали, что я резал вены. Я по-разному пытался объяснить врачам, что со мной происходит. Но они таки выявили меня на то, что я сказал правду. С тех пор я нахожусь тут, в комнате. Нет, не с мягкими стенами, но в палате изолированной. Я имею доступ в интернет. Могу гулять по коридорам достаточно свободно, они знают, что я не буйный, но не отпускают меня, ведь они, зовущие меня, все еще рядом. Они открывают в стенах те двери, которых там нет и никогда не было. Они говорят, что я должен уйти отсюда через эти двери, но я не могу, я боюсь и не хочу. Кто-то новый стал появляться теперь. Через 2 года от момента первого зова. Он огромен, он жуток, я никогда не видел его, но слышал. Он стонет где-то в стенах, в щелях. Его голос многозвучен, и он пахнет сотнями гниющих трупов и крематориев. Он зовет меня, и я ничего не могу сделать. Он зовет меня к себе, быть его преемником, его сыном в этом царстве. И я сам уже не верю, что я нормален. Сегодня я должен вскрыть себе вены и нарисовать последний выход, кровавую дверь, которая выведет меня к нему. Я думаю, что умру или окончательно уйду в мир своего подсознания, но я не могу больше быть в этом кошмаре. Я знаю, что если кровь свернется, я выживу, но буду надеяться, что мой разум не обманет меня, и кошмар кончится или начнется новый. Куском пружины, отломанной от кровати, я разрываю себе вены на руке, потом на второй. Кровь льет слабыми толчками, и мне почти не больно. Я рисую дверь к нему. Линии светятся алым, и она отворяется прямо в глухой бетонной стене. Дверь, ведущая в ласковые объятия моего родителя. Я такой же, как и он, и я это вижу в этом малом свете, текущем из двери. Я меняюсь и ухожу. Тут везде кровь. Доктор ошарашенно и зло смотрел по сторонам. Я же сказал следить за ним, особенно зорко. Он готовился к суициду. Я предупреждал. Мы следили, отпиралась медсестра. Но вы знаете, каково это. А тело где? Доктор был крайне раздосадован. Теперь будут проверки из министерства, замучают. Куда увезли? Никуда. Тела не было, только это. Медсестра подвела доктора к стене с нарисованной чем-то бурым дверью. Из стены торчал кусок больничной пижамы, словно вросший в нее или зажатый закрывающейся дверью.